Дорогие друзья, меня зовут Татьяна Новосадова, и я travel-эксперт на канале VS Tours TV. Нас встречают в отеле Вояж Торба в Бодруме. Инспекция отеля 2021 года. Главная новинка отеля Вояж Торба – это его полная реконструкция к сезону 2021. Отель был отремонтирован капитально, все перестроено, все сейчас новенькое и хрустящее. Отель сам по себе нетипичный для региона Бодрума. Здесь нет каскадов, лифтов, ступенек. Он очень равнинный, с шикарным песчаным пляжем. Отель для любителей современного стиля. Простые лаконичные формы, много пространства, натуральные материалы, светлая тональность. Я бы назвала это современный греческий стиль. Отель Вояж Торба можно поделить условно на несколько частей. Стандартная, к которой относится бунгало Olive Garden, стандартный корпус Olive, а также номера Executive. Вояж Торба, базовый номер, полностью прошла реновация всего номерного фонда в отеле Вояж Торба. Наш приветственный напиток, вино, фрукты. Хочу показать, что все, что мы видим в мини-баре, у нас бесплатно и пополняется ежедневно. Это бутылочка пива Эфес, это сникерсы, это орешки, это конфетки, водичка, кока-кола, спрайт, фанта, еще какая-то водичка, соки. Также у нас есть кофемашина, кофе-капсулы, чипсы. Идем дальше. Открытого плана у нас ванная комната. Есть халаты, тапочки, весы, наборы для чистки обуви. Хочу показать, что лакшери-отели, как правило, очень сильно отличаются в мелочах. Обратите внимание, вся косметика французской фирмы L'Occitane en Provence. Далее, ватные спонжики для снятия макияжа, шапочки для душа, ватные палочки, пилочка, чалочки, щетка и зубная паста, гель для бритья. Олив стандарты выглядят как единое здание, не отделенные друг от друга. Мама! Это их основное отличие от Олив Гарден, которые отделены друг от друга. Они располагаются по правую сторону. Основная комната, как в обычных стандартах. Кофемашина с наполнением для всех вояжей такого уровня. Душевая, туалет. И вот такие умывальнички. При входе у нас две двойные кровати,
Дальше обращаем внимание, что есть дверь, которая закрывается и отделяет зону душевой от спального места. Душевая, классическая часть с умывальниками. И вторая часть тоже отделяется дверью. Спальня с двухспальной кроватью. Олив стандарт Family Room. При входе первая комната с двухспальной кроватью. Дальше у нас идет общий санузел. Два санузла на две комнаты. И вторая комната с двумя односпальными кроватями. Вторая зона – это зона Deluxe Lagoon. В зоне Deluxe Lagoon есть приватные бассейны. Этими бассейнами могут пользоваться исключительно только гости, проживающие в этих корпусах. Корпуса одноэтажные, у каждого номера индивидуальный выход к бассейну и есть терраса с лежаками. За каждым номером закреплен персональный ассистент. Стандартный номер Deluxe Lagoon имеет квадратуру 60 метров квадратных и визуально состоит из двух частей – зоны спальни и зоны гостиной. Фишкой номеров Deluxe Lagoon является дерево, которое растет внутри каждого номера. В каждом номере есть кофемашина с капсулами, а также представлен бар в расширенном ассортименте. Есть водка Абсолют, Бифитер, Чивас Регал, также белое и красное вино, помимо стандартного набора софт-напитков. Помимо приватного бассейна, гости номеров Deluxe Lagoon также имеют отдельную зону на пляже с шезлонгами и зонтиками. Помимо этого, есть бар, которым могут пользоваться только гости, проживающие в этой части отеля. Все остальные гости отеля пользуются общим пляжем. На пляже нет отдельных кабан за доплату, то есть все лежаки одинаковые для всех категорий, кроме лагун. Хочу показать вам вход в море. Вот такая у нас бухточка, бухточка-торба. Смотрите, песчаный, классный песчаный заход. Так начинается наше утро. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you. Вот так прекрасно может начинаться и ваше утро, дорогие друзья. Вот с такого прекрасного бокала шампанского с ничкой на прекрасном пляже отеля Voyage Torba. Доброго утра, страна! Третья часть отеля Voyage Torba
называется «Приват» и находится через дорогу от основной территории. Номера «Приват Лагун» находятся в одноэтажных корпусах, которые имеют индивидуальный выход к частному бассейну. Также на территории есть собственный ресторан и круглосуточный бар. Номера «Приват Лагун» полностью идентичны номерам «Делюкс Лагун» на основной территории. Состоят из двух зон – спальная, гостиная, дерево за стеклом, кофемашина с капсулами, расширенный мини-бар с напитками, VIP-косметические принадлежностями, а также есть персональный ассистент. В отеле «Вояж Торба» помимо основного ресторана есть бесплатный круглосуточный ресторан «Cuisine 24». Он находится прямо возле пляжа. Обслуживание здесь по меню через приложение, которое гости скачивают на свои мобильные устройства и делают заказ, который готовится поварами индивидуально для данных туристов. В отеле «Вояж Торба» есть 8 платных а-ля карт ресторанов. Все они требуют предварительной резервации по приложению. Оплата варьирует от 5 до 20 евро. В приложении указан состав блюд, которые готовятся, а также их колораж. Бесплатно ресторанами пользуются только категории номеров «Делюкс Лагун» и «Приват Лагун», кроме ресторана «Тепаньяки» и стейкхауса. В отеле есть мексиканский, итальянский, китайский, рыбный, греческий, турецкий а-ля карты. Еще раз напоминаю, что эти а-ля карты для категории «Лагуны», «Делюкс» и «Приват Лагун» абсолютно бесплатные. Стейкхаус и Тепаньяки – единственные два ресторана, которые платные для всех категорий. Yep.
каждый отель дегустирует через кофе. Так вот, только один запах кофе в этом отеле мне говорит о том, что я хочу уже забронировать себе без отдыха. Какая красота вокруг. Блин? Спасибо. Thank you. И это настоящий эспрессо. Отель просто конфетка. Мы кайфуем, находясь в нашем номере. Все номера в отеле абсолютно полностью реновированы, полностью стерты дотла и заново построены. Этот отель идеальный для отдыха с семьями, потому что здесь есть аквапарк, 7 горок для взрослых, 1 горка для деток. Этот отель для гурманов, для любителей всего нового, качественного. Отель, в котором явно не экономят на питании. Отель, где классный сервис, Viva Vaya Shtorba. И пьем за его здоровье.